Капец. Посмотри, глянь, соседняя начала гореть. И выше начала гореть. Я же сказал, что... Глянь, через подъезд прошло. Я же говорил, что пошло выше гореть. Это удар. Капец. А если газ ее? Да он его, это и газ и есть. Еще не тут. Это, наверное, даже никто не вызвал, наверное. Басы, Максим, а ты все свет. Да вызвали уже давно, глянь, что, блин. Капец, глянь, половина этажа вообще не горит свет. Походу, а все, походу все пробки а? Выбили. А люди выйти даже не могут. Ну, если там, да. А в городе, да, так надо слышать, как реагировать. Сейчас он вниз пойдет и все. Вон газ видно, что горит. Вот это, о, глянь, стоп. Вот я вижу, походу. Я комнату вижу уже соседнюю. Наконец. Едут? Вроде бы да. Должны. Ты, блин, где? Тихо, для соседнего начал говорить. Там не снять будет плохо. Капец, лян, располохнул. Что, походу, что-то дерево горит, да? Дай, дальше, пойдем. Дерево, походу, горит. Олег, глянь. Олег, сюда подойди, вот сюда, где я. Смотри, где я. Олег, а ты иди сюда, может это там тоже горит. И выше, пошел выше вон дальше. Ляна, что второй загорается сейчас? Это первый этап. А, уже все вообще. Не холодно, я пошел. И что там могло быть, Максим? Что взрыв газа. Взрыв газа. Я сидел вот так вот. Ой, вот это плохо. Бля, соседи начали гореть комнату. Посмотри. А? Где? Вон соседнее стекло, огонь начал. Ой, иди. Только едут просто. Вот, сейчас только приехали. О, сейчас будет жить. Где?